Ежегодно по доброй традиции в Омске проходит международный турнир по волейболу «Сидя» в честь памяти талантливого тренера Мирона Гуревича. Состав турнира пополняется все новыми участниками, ведь стать его частью желают многие. Есть и такие, кто играет с самого основания турнира. Это ученики Мирона Гуревича. Они подтверждают, это был выдающийся тренер, чей вклад в развитие омского и российского паралимпийского движения трудно переоценить. Под его руководством омская команда добивалась больших высот – становилась победителями зонального чемпионата России, призером Парасибириады и финалистом чемпионата России. Хороший тренер, грамотный, жесткий. То есть постоянно такое, что сердился на нас, если что-то не так сделаем, не так сыграли. Ну, хороший человек был. Собираемся для того, чтобы ради памяти его, Мирона Лазаревича, чтобы вспомнить его как тренера и ради него просто поиграть. Вот. И с друзьями встретиться, вот с Казахстана вот, знакомые. Правила сидячего волейбола имеют два главных отличия от традиционного регламента. Во-первых, игроки передней линии принимающей стороны имеют право блокировать подачу. А во-вторых, в момент касания мяча спортсмену не разрешается отрывать точку опоры от пола. В остальном такие нюансы, как счет, замены, переходы, перерывы, наличие игрока-либера соответствуют классическим правилам игры в волейбол. В этом году соревнования сплотили 4 команды России и Казахстана. В честь нашей области отстаивали 2 команды – спортсмены Центра паралимпийской и сурдолимпийской подготовки «Амич» и «Сибгуфк». Вот уже много лет, сохраняя спортивно-дружескую традицию, на омские соревнования приезжают сильнейшие наши конкуренты из города Актау. Гостей встретили хорошо, администрация помогла, ну, паралимпийского центра. А с командой мы, конечно, хотим хорошо сыграть, но не знаю. Не конкуренция большая? Казахстан, она сборная команда. Казахстана, которые только что приехали с этих азиатских игр. Мы их давно знаем, они нас тоже давно знают. Но они 18 лет приезжают. 20-й год подряд езжу на этот турнир. Ну, нам нравится здесь, потому что мы уже как бы так одна семья стали. Каждый год встречаемся. Летом они к нам приезжают на море, тоже пляжный волейбол играть. А зимой мы к ним, потому что у нас снега нету, нам интересно на природе. В очередной раз турнир определил сильнейших. Победителями этого года стала команда Казахстана. Вторую ступень пьедестала заняла команда «Амич». Призовую тройку замкнула омская команда, которая дебютировала на турнире.